Окей, ребята, привет, я Дима, продолжаем играть Shadows of Kurgan's. Хорошо, вроде как приняли эту игрушку на канале, мне она даже понравилась. Эта игра, оказывается, была на мобильниках ранее, ну, сейчас она, мне кажется, отлично зашла на ПК. Давай я нажму просто... Что, почему я не могу продолжить историю? О, могу. Не знаю почему, что за фигня произошла, но бог с ним, бог с ним. Мы не увидели и просто, наверное, 20-10% из того, что есть в игре. Ну, поэтому мы, собственно, и продолжаем. Плюс человек из Gaijin Entertainment сказал мне, что вторая кампания покраше, чем вот эта вот, которую я выбрал. Так что если мы наиграемся в эту и прям захочется еще, мы поиграем и во вторую. Итак, печальные новости. Выживать мне придется самостоятельно. И насколько я понимаю, на помощь особо мне рассчитывать не приходится. Значит, обживусь, исследую местность. Должен же быть выход из этой долины. Попробую исследовать западное направление, да. Есть также инфа о том, что скоро в обновах будет возможность именно строить дома. И полностью прям вот контролировать, там, турели ставить, да, вот прям вот конкретно кайфовать от того, что мы делаем. Так, у меня простая кирка, у меня что, топор? А, вот, топор, нет. У меня простой топор, да, в руках, все отлично. Все отлично. Ну что, подойдем к этому призраку, потому что у меня вот здесь вот эта местность отмечена. Давай посмотрим, что это за парень такой. Неужели это призрак? Не пойму, он что? Знаки какие-то подает. Я где-то читал, что встретить такого призрака к удаче можно найти сокровище. Что, в натуре? Ну, давай посмотрим. Выполнена задача найти выход. Проклятие, проход завален. Здесь не пройти. Нужно искать другой проход. Мне кажется, если это, конечно, не галлюцинации, все это время я слышал вдали звуки вертолета. Но ищут меня явно не в этом месте. Я действительно слышал звуки вертолета. Действительно слышал. В горы. Интуиция мне подсказывает, что ничего хорошего меня не ждет. Конечно, можно поискать другой проход в горах. Выбора у меня все равно нет, так соберись, тряпка, вперед. Ну, я все равно сюда схожу, посмотрю, что да как. У меня мухоморы, по-моему, портятся уже вовсю. И Беладонна тоже гадится. Так, и что этот вот призрак здесь, интересно, хочет от меня? Я не понимаю, знаете чего? По-моему, здесь в управлении... Как? Подожди, автоматический подбор. Здесь же был управление, во, управление. По-моему, здесь в управлении прыжок имелся. По-моему. Что нет прыжка, действительно, присесть. Да, прыгать он не умеет. Ну ладно. Ладно, хорошо. О каком таком сокровище он говорил? Интересно мне знать. Камни, кремни и прочее мне не нужно. Мне нужно тогда искать дальше выход, да? Мне нужно искать... А, ну вот, мы идем тогда на северо-запад по карте. И, возможно, еще убьем пару крыс. Мне нужны еще шкуры от этих самых крыс. И... так, Беладон теряется, ладно, бог с ним. Шкуры от этих крыс нужны. И спальник. То, что мы хотели сделать с вами. А потом, наверное, будем выпиливать себе шмотки. Здесь есть элитные монстры. И это все мы будем находить с вами прямо вот, вот в нашей серии. В наших сериях, точнее. Ну, в серии роликов, хотел сказать, а потом подумал. В нашей серии звучит как будто бы в этой серии. Но нет. В принципе, в этой мы тоже, скорее всего, что-нибудь интересное найдем. Ух, там прям аж городишко такой, смотри. Аномалия темная. Видок, конечно, у местности, у этой зоны. Ужас какой стрёмный. Еще одна дикая аномалия. Смотри, там все в электроразрядах каких-то. Жесть. Опа, еще одна аномалия. Через нее можно... Тихо. Ну ладно, побежали, пройдем просто. Тут помрачение рассудка. Мы сейчас съедим с вами жареное мясо. И будет у нас все хорошо. Рассудок, он немножко приподнялся. Все отлично, все норм. Крысята есть, не? Зомби где-то слышу. Где-то слышу зомби, и мне кажется, это прям не глюк. Нет, нифига. И где же он? Хррр, слышали же, да? Я же не совсем уполоумил. Я правда слышал? Железо может понадобиться. 17. Блин, оно тяжелое, это железо самое. Офигеть, ты глянь, какой там парень. Ну-ка.
У меня камни закончились, да? Я камень кидать не могу. Так, но здоровье восстанавливается, поэтому я могу попробовать херануть этого дядьку. Что-то он не идет ко мне. Слушай, подожди, а может быть мы сделаем ножичек? На ножичек что нам надо? На ножичек нужен кремень. И тогда я действительно смогу сделать ножичек. Кремень где-то тут был. Ножичком-то полегче. Ой, ёб твою мать! Что это за говно был-то сейчас? Чё за параша? Что произошло? Чего рассудок падает? Стопэ. 63. Вот он чуть-чуть по чуть поднимается. Так, подожди, это, наверное, лучше делать киркой. Да какой камень? Мне кремень нужен. Селитра. Вот, кремень, отлично. Ну и камень тоже возьму, буду кидать. Кремень один сделал, нож делаю тоже. Вот это меня сейчас переключило, просто разум падает в никуда. Нет, инвентарь нужен, инвентарь, надеваем ножик и быстро смотрим, значит, что у нас тут по инвентарю, подожди, еще имеется. Я топор обратно положу. А как взять оружие? Кулак, ножик и топор. Все, понял. С ножом в руке. О, кстати, крыса. На. Мясо. Да какое мясо, крыса? Мне нужно не мясо, мне... Так, немножко подняли мораль. Вот он, зомби, он уже сюда пришел, ты глянь. Охренеть, ты чё такой дерзкий сейчас был? Металлический... Ух ты! Сухпай, металлический топор. Еще сухпай. И гвоздь. Так. Интересно. Простой топор. Меняем на металлический. Глянем-ка на него. О-о-о, четко. Четко. Кролик. Опа. Извини, мне нужна шерсть и шкура. И мясо. У меня, да, перегруз. Ничего страшного. Пока что ничего страшного в этом нет. Если что, камни покидаем. Если еще где-то какая-то чудо. Чудо-приблуда. Я слышу прям. Ушей. Не имеет смысла, наверное, туда идти, да? Может, разве что вот здесь пройтись? Как думаете? Там, ты глянь, там какая-то электростанция, что ли, не пойму. Ну-ка. Ага. Не знаю. Ладно, погнали вперед. Надо бы зажарить мясо и крысы, и кролика, чтобы восстанавливать себе здоровье. Надо попробовать это сделать сейчас даже, возможно. А я сейчас посмотрю. Я опять слышу вертолет, Так, а у меня что, на спальник хватает? Да, мне на спальник хватает. Прямо сейчас веревка есть, шкуры хватает и листья. Я делаю спальник себе. Я надеюсь, я его не должен буду ставить. Я надеюсь, я его буду потом вытаскивать как-то. Потому что если я сейчас буду его ставить, это, конечно, провал дикий. Будет теперь где переночевать. Ну-ка, инвентарь. Да, на поясе он у меня, вот он, спальник висит. Это хорошо. А костер? Костер, палка и труд. Труд я сделаю, мне нужна палка. Палка с дерева. Давай-ка займемся этим делом сейчас прям. Я пожарю. Листья, все это вот насобирал. Я сейчас прям пожарю себе добринского. Подожди, что за фигня? Хранилище могу сделать? А, господи, бревна же сначала делается. У меня были палки, ё-моё. Вот дурачило. Ладно, нормально. Вот только вот эти две я снимаю, и уже, по идее,
только два эти бревна снимаю, и уже, по идее, у меня не будет перегруза сейчас, когда поставлю. Так, из селитры труд тоже можно сделать. Но я из коры, наверное, ее буду делать, потому что кору очень легко достать. Так. Теперь костер ставим вот сюда. Давай. Раз, два. Создавай. Отлично. Раз, два. Печеное яблоко. Дротик, щелочь. Зола, уголь. Закрываем, пусть они работают. Яблочко прямо сейчас будет готово. Отлично. О, яблоко печеное тоже поднимает мораль. Это круто. Так, крольчатина есть. Давай еще. Жареное это есть. Крысятину еще жарь. Подожди, а у меня крольчатины... Крольчатины же две было, не? Это мне показалось. Костер, зола, банка. Кожа, моток нитей. Щелочь. Ладно, пусть делается. Дротики я не буду делать тогда. Залу тоже не буду делать. Пусть делается. Нужно тогда иметь в виду еще, что в скором времени будет ночь. И нужно будет опять делать костер. Но у меня есть два бревна для костра. А подкидывать буду, если что, палки. Ну и спальник. Мы сможем переночевать. Главное, спокойное место какое-нибудь найти. Главное, какое-нибудь спокойное место. И все будет хорошо. Все будет на ура. Последняя, по-моему, крысятина. Последнее крысиное мясо. По-моему. Могу ошибаться. Что там по карте? Далеко лети. Не, кстати, мы совсем близко. Здесь не такая уж и большая карта. Не такая уж и большая. Да, все. Тушить не стану. Погнали. Тушить не стану. Погнали. В ту степь и пойдем. Как раз к контрольной точке, так скажем. Она где-то тут, да, по идее? Я правильно же иду? Да, да, да. Вот прям за валуном что-то такое интересное должно валяться. Опа. В горы. Определенно тут есть проход, но, судя по всему, кислотная аномалия перегораживает его. Я точно погибну, пытаясь просто приблизиться, не говоря уже о возможности преодолеть ее. Здесь, скорее всего, нужна специальная защита, которой у меня нет. Я теряю надежду. Нужно прийти в себя. В суматохе я могу и погибнуть. Имеет смысл, раз я здесь застрял, построить хранилище, а то таскать с собой вещи достаточно утомительно. Примечание. В хранилище можно оставлять любые предметы из инвентаря, а продукты в нем дольше сохраняют свою свежесть. Строить хранилище. Ну вот оно у меня есть. Возможность построить у меня есть. Мне нужно только два бревна еще. Ну тогда нужно четыре бревна, чтобы это хранилище воткнуть. Нужно будет тогда понять, где оно. Где его ставить, точнее. Значит, вот здесь проход есть. Мне нужна какая-то защита. Возможно, эту самую защиту можно будет получить. Тогда я воткну сюда хранилище и буду сюда приходить, если чего. Да? Думаю, хорошая идея. Пошли рубить дрова. Давай, давай, давай. Раз, два, пошел, пошел. Это все сброшу, если что. Вообще ночь, может подбросить сюда чего-нибудь, типа вот палок. Шут 10. И руби еще. Тогда здесь и переночуем, да? Вроде достаточно безопасное местечко для этого дела. Все, не могу ничего поднять, в рюкзаке больше нет места, у меня нету вообще ничегошеньки у меня с собой нету. Бревно одно подбросить я могу. Давай, подбрось. Тогда ты его сюда. Здесь у нас палки, листья, прочее. Херота. 3 минуты. А пойдем я поставлю сразу хранилище. Пока уж не совсем стемнело. Я даже бежать могу, но очень быстро теряю, конечно, у нас. То есть хранилище вот за этим валун... Нет, вот за этими... Вот, да, вот здесь вот я воткну хранилище. С вами. Так, во-первых, поем крольчатины. Ты глянь, прям до сотки поднимается все. Во-вторых, хранилище. Хранилище, хранилище. Построить.
Вот так. Отлично, строй, давай, давай. Уже ночь. Ночь и тишина. Строим хранилище. Ще-ще-ще-ще. Кто мне скажет нормальную рифму на ще? Неплохая вышла постройка, да я мастер на все руки. Как он себя любит, прям как я себя. Хранилище избавит меня от тяжелого груза, который вроде бы и не нужен, а в то же время и выбросить жаль. Так теперь можно и дальше продолжать исследование. Примечание, подойдите к постройке, приложите в нее лишние вещи. Так, значит, лишние вещи это что? Простой топор, наверное, лишняя вещь, потому что нахрена он мне сейчас, у меня есть такой, да. Селитра, железо, все три штуки. Гвоздь, пять штук. Кора. В любом месте можно найти, я, наверное, себе пять штук оставлю. Палок тоже в хранилище. Я, наверное, себе тоже 5 штук оставлю. Так, камень 3 штуки. Пусть будет. Щелочь в хранилище. Уголь в хранилище. Шерсть оставлю. Все остальное оставлю. Получается вот так, да? В хранилище можно 30 килограмм держать, если чего. Так, я немного пришел в себя. Нужно продолжить поиски. Я обошел практически всю долину и пока что выхода не нашел. Попробую исследовать еще одно направление. Нельзя сдаваться. Ё-моё, что там за покраснение? Так, подожди, мне вообще-то стрёмно, потому что дико темно. Костер там потух, что ли? Слышишь, костер, ты не должен был потухнуть. Ты этот, да-да-да, вот, не тух, не. Бляха, бревна-то я оставил. Ладно, вот так вот сделаю. F4. Вы проспите 2 часа. За это время ваши характеристики сытости морали могут измениться. Да, давай. Спим в спальнике. За это время костер нахер потух. Я сделал себе только хуже, мне кажется. Потому что спальник отвратительная вещь, походу. Спальниками могу воспользоваться, походу, еще один раз только. Зашибись. О, листья я буду брать. Что-то звуки какие-то такие нехорошие, а? Вообще что-то нехорошие звуки. Так, бревно. Листья. Листья. Очень нехорошие звуки, мне вообще не нравится. Офигеть. Ну, по-моему, светлеет, по крайней мере. Так, пару палок я тоже взял. Неважно, 18,7. Можно, конечно, оставшего... Ух ты, здрасте, здрасте. Можно, на самом деле, взять все-таки палку. И скинуть их. Так, если что, на карте я помню. А, ну на карте оно и отмечено. Хорошо. Кора. Как и планировали. Продолжаем сбрасывать это дело. У меня 72 листа. Я думаю, вдоволь просто хватит этого дела в хранилище. Ну я одну, 10 палок себе оставлю. Коры 5 штук. Все, хранилище будет здесь. Теперь он мне говорит, нужно обыскивать дальше. А во куда мне надо идти. То есть вот куда-то вон туда. Ну, погнали, ё-моё, не знаю. Ваша мораль на низком уровне. Вы можете сойти с ума, если мораль достигнет нуля. Для ее установления посидите у костра некоторое время. Или рискните съесть мухомор или белладонну. Или вот так вот сделать просто. Оп, оп. Бляха, не. Зря, дерьмовая идея. Мухомор или белладонну рискнуть, говорит, что съесть. Ну, можно попробовать, конечно. Просто психованный я какой-то сейчас. А, такой дикий-дикий-дикий парень. День второй. Дикий-дикий парень. День второй. Мораль падает. Вообще просто ниже некуда. Она уже опускается. И она прям, слушай, она прям продолжает лететь вниз. Ты что делаешь-то со мной?
Ну чё? Что это за гриб такой? Гриб. Мораль плюс 10. F6. Сейчас, подожди, еще раз. F6, все. Вот этим вот нормальным грибом можно поднимать себе мораль. Спокойненько просто. Прям проблема. Ужаснейшая проблема у меня с этим совсем. Доска. Нахрена мне эта доска? Чё за доска? 1 килограмм весит. У меня листья на 4 килограмма. Совсем одуреть можно. Хрена вот мне доска. Не знаю. Может понадобится просто выкинуть. Дико жалко. Я смог прожить день. Да. Могу улучшить способности. Психическое состояние мне надо улучшать. Я вот не смогу. 500. Видишь, нужно очков. Восстановление выносливости на 5% ускоряет. Увеличит урон от кулака. Мне вот это вот надо улучшать. Так, я здесь ничего не буду улучшать тогда. Следующий день. Там летающая мышь пролетела. Видели, да? Летающая мышь где-то пролетела. Не знаю, где мне ее искать теперь. Иди сюда, 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 сюда. Устал уже, слышь, бегать за тобой. Фух. Так. Доска в хранилище. И камни, наверное, тоже найти не проблема будет. Давай, наверное, половину себе листьев сбросим в хранилище. 30. Сколько их у меня там? 30, 72 у меня было. Так, 30 листов оставлю себе. Нормально? Одно бревно скину. Мне нужно только одно для костра, если что. Наверное, все-таки 5 палок себе оставлю. Да и камни все сброшу. Иначе я так и буду страдать. Все. Да, ребят, и на этом тогда вторую серию мы с вами закончим. Мы достаточно много сделали, хоть и мало прошли, да, в этой серии. Я надеюсь, вам все нравится. Хорошего вам настроения. Ну и не забывайте про лайки и комментарии. Пишите, что думаете об игре в комментариях. Ну и помните, сейчас окей, ребятки, а дальше круче. Пока!